вдоль берега, по всему эти хвощ раскидываем. Уже это не только раскидан, но и как порублен. Вот. Дома для ручейников. Вот их. И куча вообще по всему берегу. Вот, так что они там уже домики, человеники будут строить здесь. Вот. Вы только залезай на вид поверхности, ну, которая вот, например, вот сюда. И заселяйся. Вот. И утопи его там. Камнями они обычно обкладывают там, чтобы это под водой спокойно плавать. В общем, такой раз. Водный мир у них, ручейников. Это население. Каждую весну у них не надо ипотеку платить.